Мифы и заблуждения о похудении в области живота. Первое. Нужно есть как можно меньше. Это не совсем верное утверждение. Чтобы похудеть, достаточно тратить калорий больше, чем потребляется. Чтобы похудеть в талии, нужны изнуряющие нагрузки. Что касается физических упражнений, то они, как и питание, должны быть сбалансированными. Завтрак не обязательно. Как бы парадоксально это ни звучало, но для похудения крайне важным является утренний прием пищи. Если на протяжении 2 часов после пробуждения организм не получает требуемое количество полезных элементов, замедляется обмен веществ, а уровень сахара падает до критически низкого. Нельзя есть после 18 часов. Если вы будете придерживаться данной установки, то лишите свой организм на 13-14 часов питательных веществ. Это большой стресс для него. Поэтому прием пищи на следующий день скорее будет уходить на пополнение запасов на случай непредвиденного голодания в дальнейшем. Понравилось видео? Ставь лайк, подпишись на канал. До новых встреч!